церемонии открытия принял участие Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что открытие такого современного медицинского учреждения – долгожданное событие для жителей Сочи. Город сегодня занимает второе место по рождаемости в крае. Каждый год на свет здесь появляется около 8 тысяч детей. Пройдясь по этим этажам, по этим палатам, по операционным, можно смело сказать, что на все случаи у нас есть свой алгоритм действий, да, и необходимые условия. Это самое главное, чтобы оказать любую медицинскую помощь для того, чтобы ребеночек все-таки родился здоровым. Это вот огромная возможность, которая все-таки, уверен, в Сочи появилась благодаря настоящему перинатальному центру. Это улучшение качества жизни. Мы, скажем, тот город, который и вошел в пятерку лучших городов России по качеству жизни. С демографией у нас всегда было хорошо, и каждый год количество новорожденных у нас все больше и больше, а материнская смертность у нас вообще ноль. Поэтому данный перинатальный центр, он даст возможность еще более качественной жизни. Евгении Соболевой первенца судьба подарила лишь в 36. Долгожданного малыша девушка будет рожать уже в новом перинатальном центре, чему крайне рада. Наверное, сын так подгадал, чтобы родиться в новом перинатальном центре. И очень, конечно, хочется рассчитывать, что, как сказал наш губернатор, что все пройдет гладко, ровно. Конечно, очень здорово, очень красивое здание, очень комфортное, широкие коридоры, палаты просторные, новое оборудование. О чем еще может мечтать мамочка? Только что все хорошо прошло, и чтобы малыш родился здоровый. Перинатальный центр разместился на площади 2,5 гектара. К услугам пациентов – женская консультация, современные операционные и экспресс-лаборатории. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.